Друзья, сегодня, 10 декабря, в городе Харькове, два сильнейших атлета Украины. Виталий Фещук, город Хмельницк, Роман Клепилин, Мелитополь, покажут, кто из них зверь в воркауте. Это будет настоящая заруба, это будет мощно. Оставайся с нами. Виталий, как дела вообще? Отлично. Готовился ли ты к нормативам? Да, я один раз тренировался, пробовал, как оно будет. Ну, вообще жесть, в принципе, очень сложно. Какой твой был лучший результат по времени? Я по времени не считал, я просто делал для себя. Что ты думаешь о своем сопернике? Ну, я всех соперников вообще уважаю, с кем соревнуюсь, и Рому, конечно, уважаю. Здорово. Как ты вообще добрался до Харькова? Ну, 15 часов ехал, 2 часа назад приехал только. Ну, надеюсь, выложусь на всю. Отлично. Удачи тебе. Спасибо большое. Ром, привет. Привет. Как твои ожидания от норматива вообще? Ну, думаю, тренировка будет хорошая. Что ты думаешь о Виталике? Ну, здоровый, сильный, хороший конкурент. Достойный. У тебя есть какая-то тактика? Ну, есть кое-какие задумки там. Я понял. Хорошо, удачи тебе. Спасибо вам. Город Харьков, команда Bar Stallers. Зал Торсион, самый большой зал по воркауту. Вы не верите? Убедитесь сами. Сегодня у нас воркаут заруба. Виталий Фещук и Роман Клепилин будут состязаться друг против друга по базе. Им нужно будет сделать 20 выходов на 2. Отжимания на брусьях с весом 48 кг 25 раз. Подтягивания на турнике с весом 32 кг 25 раз. Отжимания на брусьях 100 раз и подтягивания на турнике 50 раз. Кто первый из них сделает? Кто будет сильнее? Мы сегодня это увидим. Оставайтесь с нами. Итак, друзья, наши атлеты, встречаем! Итак, друзья, у нас будет следующее правило. При выходе на 2 полное выпрямление рук в верхней точке, в нижней точке. Висеть на турнике более 2 секунд запрещено. Раскачиваться также запрещено. Делаем за счет силы. Далее подтягивание выше подбородка в нижней точке. Полное выпрямление рук. Также 2 секунды, более 2 секунд висеть запрещено. Отжимание с весом на брусьях. Полное выпрямление верхней точки, опускаться 90 градусов и ниже. И более 2 секунд в верхней точке запрещено стоять. Также при подтягивании и отжимании без веса. Все понятно? Да. Супер. Кидайте жребий. Кто будет? Выбирай, судьи все. Илюха. Супер. Друзья, мы начинаем зарубу. Погнали! 3, 2, 1, поехали! We'll be right back.
ногу. Наравне. Леп. Yeah.
Итак, уважаемые друзья, с результатом 20 минут 42 секунды выиграл Виталий Фищук, город Хмельницк. Это было очень здорово, это было очень мощно. Такое мероприятие в кругу нашей семьи команды «Барсталерс» в городе Харькове. Оставайтесь с нами, будет еще больше соревнований и нормативов. И... Это был невероятный батл, серьезные цифры, большие веса. Ребята справились очень быстро. Мы предполагали, это будет где-то полчаса, но они справились за 20 минут. Вы видите результат упорных тренировок, поэтому не останавливайтесь, не сдавайтесь, и вы придете к цели. Ром, вообще расскажи свои впечатления. Очень хороший, достойный соперник. Тренировка удалась, можно сказать. Чуть-чуть, конечно, сложно было, особенно, блин, когда с весом работали, там после этого плохо стало, чуть ли не сдался. Но до конца смог продержаться. Ты выкладывался на все 300%. Вот на каждом выполнении, на каждом упражнении, тут до последнего боролся. Но твое мнение, что тебе не хватило для победы? Я думаю, что нужно было чуть больше времени дать подготовиться. Потому что особо мало времени. Да и воркаутом в последнее время меньше стал заниматься, больше работы. Думаю, там про семью, про будущее уже. Мы надеемся, что это даст определенный толчок и стимул продолжать и увеличить свои нагрузки для воркаута. Мы тебя всегда рады видеть, так что ждем в следующих батлах. Понял, спасибо. Виталик, я тебя поздравляю с победой. Это было очень мощно, это было сильно. Твои впечатления расскажи. В первую очередь скажу, что я себя сейчас очень плохо чувствую, мне сейчас очень плохо, я очень устал за 20 минут и 42 секунды. Это один из лучших сетов за всю мою жизнь, смело могу сказать это. Лучшие соревнования хоть и 20 минут были и все. Я знаю то, что тебе было еще намного сложнее в условиях. Ты с поезда сразу приехал вот сюда к нам в зал. Да. И... Я приехал 15 часов в поезде, полночи не спал практически. Мне очень сложно поместиться в плацкарте, в принципе. И я приехал, через 2 часа уже батлился вот здесь. Ну, видишь, в итоге тебе условия не помешали, ты выиграл. Какие у тебя планы на будущее? На будущее только развиваться, ездить, выходить на международный уровень, на национальном уровне, батлиться с самыми сильными атлетами вообще. Очень много перспектив, очень много планов. А почему мне получается с поезда так и хорошо выступить? Потому что я, в принципе, всегда так тренируюсь в таких экстремальных условиях. На улице часто, зимой тренируюсь. Часто, когда устал, и после работы, во время работы стараюсь. То есть такие условия нас развивают. Здорово. Что ты можешь пожелать нашим ребятам? Я могу пожелать ребятам только развиваться всесторонне. Развиваться, делать базу, опять же, делать на выносливость, а не только элементы. Потому что, ну, в принципе, важна сила очень. А также желаю, ну, личностного роста каждому и роста вообще. Здорово. Ну, это был город Харьков, команда «Барсталерс» тебе желает удачи. Мы тебя Спасибо. Всегда поддержим, всегда Спасибо ждем в гостях. Большое. И с победой. Спасибо.